Ну, в чем дело? Два клана на одном острове. Непростое должно быть соседство. Сосед — это тот, кто живет рядом с тобой, а не тот, кто занял половину твоего дома. Анкрайты захватили наши земли. Во времена Харальда Хромого, 300 лет тому назад. Что не оправдывает беззакония. Я еще выгоню краха Сартскеллига. Так, ради интереса. Почему тебя называют безумным? Вот поэтому. Ты случайно не играешь в гвинт? А чайки случайно не срут со скал? Доставай колоду. Скучно сегодня. Будем играть на моего катакана. Ну покажи, что ты умеешь. Двинул бы я тебе между глаз. Только ведь потом начнут говорить, мол, Логос безумный. Бери катакан и уматывай. Выпьем вечер. Хватит мне об этом рассказывать.
что это был нильфгардский флагман. Привет. Хочешь взглянуть на наши запасы? Я так понимаю, это все продается? Оружие не должно собирать пыль. Особенно если найдется кто-то, кто сумеет его оценить. Да я вижу. Зериканские зефары, махакамские топоры, верледанки. Откуда у вас столько товаров с большой земли? Море дает. А если не дает добром, вы отрубаете руку вместе с мечом? А что, думал, волны выбросили все это на берег вместе с ракушками? Покажи мне свои товары. Что еще вы привозите из походов? Да все самое нужное привозим. Дорогие вина, шелка, драгоценности. Ну и женщин. Должен же кто-то этим пользоваться. А ты слышал об орущей гульде по прозванию Бездна, которая бабка Лугаса безумная? А Сансой Золотоволосой? О, она в свое время была самой красивой женщиной в мире. И обе были полонянками. Я бы не отказался от партии в гвинт. В эту ночь его в таверне видели. Ужрался, как свинья. Стали к побережью. Будет с тобой. Набили черных, нажигали деревень и даже, сука, без синяков вернулись. Ничего себе.
Такими клиночками можно разве что в зубах ковырять. О! Танцуем! Один из наших собрался. А только чудище... Сейчас усну. Это значит первый медведя за год. Как его прижмет, герой-то я обосрался. И лучшее оружие, если слабая рука его нет. Правда? Ну чего? А знаешь, что он обрюхатил служанку я? Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Что стряслось? Оно еще билось, когда он стал его грызть. Да ты что? И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его нет. Правда? И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его нет. Этот черный вырвал ему сердце. Правда? Кажется, оно еще билось, когда он стал его грызть. Расскажи это остальным. Интересно, что они скажут. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. И лучшее оружие ни к чему, если бедный слабая ты. Рука его нет. Тоже вчера был. Ты чужак. Думай, куда идешь.
за тобой слежу. Кружится. Пусть твой топор никогда не затупит. Спасибо. Без тебя я бы здесь умер с голоду. Или со страху. О, хорошо, что ты здесь. Ну так как? Поможешь старому Нидосу раздобыть черную жемчужину для жены? Скорее бы со всем этим делом покончить, а то уж кости ломит от этой сырости. Пойдем, только готовься к тому, что кости у тебя ломить не перестанет. В сухом месте мы жемчуга не найдем. Ясное дело, но на войне ты не такие вещи терпеть приходилось. Под Розрогом сражались мы по пояс в болоте и в... Эх, да что там говорить. Молодежь история не интересует. Пойдем, лагуна тут рядышком.
Бодро ты маршируешь для своих коллег. Ты б видел меня в молодости. Я за день 30 миль делал с полной выкладкой. Пришли. Говорят, как нырнешь под воду, тут сразу раковины видно. Беда в том, что не во всех есть жемчуг. А уж черные жемчужины и вовсе редкость. Но если поискать, что-нибудь непременно найдешь. Ага. Значит, нырять буду я. Ну, видишь, какое дело. Я всю жизнь в пехоте лямку тянул. Так что по морю не сильно тоскую. И легкие уже не те. Так что, да. Ну что, клиент всегда прав. Будет с тобой сила вечного огня. Ну что, паскуда? Сам я ушел. Зараза. Должно быть, я их плеском привлек. Ты как? Задели меня чуток. Но уж если я после Содена прочухался, так и тут выдержу. Так как там получилось? Черная жемчужина, как ты и хотел. Прекрасная, редкая, как моя Летта. Но, как говаривал коннетабль Наталис, заслужил ты медаль. Или даже недельный отпуск в борделе. Мне и денег хватит. Ну да, конечно. Послушай, тут такое дело. Глупо, конечно. Только я не взял с собой золото. Мудро. Правда? А то сейчас на большой дороге опасно стало. Не то, что раньше. Встретимся в Новиграде. Тогда я тебе и выплачу все до гроша. Слово пехотинца.
Что-то вы плохо выглядите. Зайдите-ка в корчму, хоть меду выпейте. Приблуда. Да! Купить чего ты желаешь? У нас тут выбор, будь здоров. Не хуже, чем в лучших новиградских лавках. Поторгуем. Бывай. Приблуда. Приветствую, путник. Я нашел украденный рог и убил воров. Досадно. Люди-то были не злые. Они не оставили мне выбора. Как насчет награды? Возьми. И в следующий раз убивай лучше чудовищ. Приблуда. Я за тобой слежу. Thank you.
лица его видел? Ульфхиддин или Берсерк? Скорее, ведьма. Тебе здесь чего? Я хочу говорить с Лугасом Синим. Слышал? Он хочет говорить с Лугасом. А может, и Фрей трахнуть тебе хочется, а, приблуда? Лугас меня ждет. Веди. Верно. Пойдем. Че? Я что-то не понял. Ну, постой здесь, подумай. Говорят, как придет Рагнарёк, из пещеры выйдут твари, народившиеся из всех кошмаров, какие только людям снились. А под ладонью пойдет моя теща. Ты знаешь, когда на моем дракаре последний раз были люди с большой земли? Не знаю. Когда я вез пленников из Велена на невольничий рынок в Назаире. Говори, зачем приперся? Твой отец решил, что тебе пригодится помощь ведьмака, а я перед ним в долгу, поэтому... Говорил я ему, чтобы он не вмешивался, что я сам справлюсь. Может, и не справишься. Пещера снов — место вроде небезопасное. Смертельно опасное, потому я туда и иду. Ладно, пусть так, а то старик опять разворчится. Я уже собирался выходить. Ты готов? Что ждет нас в этой пещере снов? Это зависит только от нас, потому что... А, позже объясню. Можем отправляться. Это далеко? Не, на полет камня. Соберем только остальных ребят и пойдем. Посмотрим, сколько правды в легендах. Это лучшие воины моей дружины, Геральт. Они пойдут с нами. Йорлуфа, прозванного Росомахой, ты уже знаешь. Здоров. А это Уве Молчун. Почему Уве такой тихий? Потому что у него нет языка. А что случилось? Он лизнул железку на морозе? Он отрезал себе язык за то, что пьяным поносил короля Брана. Потерял голос, но сохранил честь. Интересные у вас обычаи. Прежде чем отправимся, скажите, наконец, что-нибудь про эту пещеру. Хоть пойму, с чем буду сражаться. Это можешь знать только ты. Старцы говорят, что в пещере снов нужно сразиться с тем, чего больше всего боишься. С тем, из-за чего ночью просыпаешься с криком. С чем-то, что уже было, будет или может случиться. Интересно, чего может бояться убийца-чудовищ. Ну, довольно болтовни. Мечи наголо. Вперед! Испытание ждет в конце пещеры. Знаешь, как мы называем накеров на нашем языке? Понятия не имею. Тотем. Все верно. Теперь нужно съесть эти травы. Это еще зачем? Чтобы идти дальше. Туда, где начинаются кошмары. Так гласит легенда. Так и сделаем. Что это за травы? Так, погоди, что там этот друид говорил?
болиголов, маг, сонная одурь и это, как ее, ну, белина. О-о, так нас ждет неплохой забег. Ладно, давай. Вот, увы, ярл, лопайте. До последнего зернышка. Я вот никакой разницы не чувствую. А ты, Уве? Если ты спрашиваешь у немого, значит, все-таки чувствуешь. Ну, пойдем. Пора сразиться со страхом. Видите? Этого Финвала! Наверху! Большой он для Финвала. Это синий кит. Синий кит? С такой тупой мордой? Что-то на тебя нашло после этих трав. Это невозможно. Я вижу, вы утомились в бою. Садитесь со мной. Выпейте меду, расскажите о своих приключениях. Благодарим тебя, король. Мы... Я не буду с тобой пить, старик. И не буду называть тебя королем. Сойди с трона, пока еще можешь сделать это своими силами. Уве, ты говоришь? Я только... Ты снова меня оскорбил, Уве молчу. В первый раз я позволил тебе самому себя покарать и сохранить честь. А теперь ты умрешь, как Трелл, а твои останки я скормлю угрям. Сейчас мы с тобой подождем! Слушай, он принесет мне голову Уве молча, а вот командование собственной трактарки. Попытайся, до жизни ты ему все равно не вернешь. Ты сам убил его. Сын убил отца. Сейчас мы с тобой подожди. Thank you.
несчастный случай. Альтинг снял с тебя обвинение. Но он не снял грузы с моей души. Пойдем отсюда. Чудище лезет в следующее. Это и есть кошмар ведьмака? Нет, это повседневность. Тишина, покой. Подозрительно. Это должно быть мой сон. Я не боюсь ничего. Штаны, когда молния ударила в дерево около дома. Мне было 3 года. Я уже 100 раз показал, что... Наделал штаны перед всей деревней. Такой стыд, сын Ярла. Надо было тебя выгнать. Ты только видение. Призрак. Призрак твоего отца, которого ты боишься, потому что знаешь, что в подметке ему не годишься, что ты его разочаровал. Я лучший воин, чем он когда-либо был. Докажи это, засранец! И кто лучший воин? Кто? Лугас, оставь его! Это только призрак. Ну, не годится так. Давай, Геральт. Ты выплатил свой долг. Ты свободен. Ты скажешь отцу, с чем тебе пришлось сразиться в пещере снов? Конечно. Ведь я же его не боюсь, а? Это была честь сражаться рядом с тобой. Будь здоров, Геральт.